Вот они так выглядят, эти самые лианы. Вот представь себе, берут, залазят наверх, например. Потом привязывают эти лианами ноги. Потом себе падаешь вниз головой. Это дурачком бы. Где там сантиметров или метр от земли. И там ломаются все. Позвоночник, шейный хрустит. Пахнет свежестью, покошенной травкой. Это чьи-то апартаменты. Свежо, хорошо. Замечательно. Только начинают приготавливать. Кафе, бары, рестораны. Пусто и тишина. Но я уверен, что еще час-два, и здесь будет полно народа. Те, кто забыл костюм плавательный или парео, может приобрести здесь по космическим ценам, сразу предупреждаю. Кстати, деньги в Вануату называются вату. Ну, в основном они, конечно же, расчет происходит в австралийских долларах. Здесь улица пошла с маленькими такими апартаментами. Домики с балкончиками. Здесь как бы просто такая открытая веранда. Там дальше вид на море. Чем выше в гору, тем выше, соответственно, домики и апартаменты. Для того, чтобы все-таки видеть эту красоту, это чистое море, это голубой океан. Ветерок, но это не помеха, все равно на улице жарко, тепло, солнечно, и мы уже успели искупаться в бассейне, полюбоваться природой, и финальная, заключительная часть нашего путешествия. О, водичка. Водичка? Да. На обратном пути надо будет взять. А я можем? А что на обратном пути, если можно взять сейчас? Ее же, наверное, просто... Мы же гости, а гостям все можно. Вот. И финальным... И финальным частью будет наш поход в казино. Как я уже говорил, в любом казино, в любой точке мира запрещено снимать на видеокамеру, фотографировать. План, возможно, сейчас получится реализовать. Мы, возможно, еще что-то и выиграем. Погода, погода, природа, природа. Hi, we want some chips. How is it? What is the minimum bet? With the free bets, you only use some of the even chances. 105 to
inside and 500 outside. 100 inside, 500 outside? Yep. Yeah. 25. Let's try my luck today. But in white? Yes, why not? I feel lucky today. Они не меняют на чипсы. А? Но он видит, что мы хотим обналичить, и он хочет запретить нам это все делать. Продать. Yes. Okay. Because you're betting on even an odd, makes the same thing. You lose one, you win one. Yes. Other red and black, same thing. Yes. So you win one, you lose. I'm one. New. I don't know how to play. Okay. It's a, like if you bet on black. Example, yeah. If you bet on black and an odd. Let's just try. Yeah, I understand. Okay. Let's try. Cool. No problem. Thank you. Yeah, no problem. I don't know how to play, so let's see what happens. Okay, spin. Just try, just make my it. Luck, yeah? Try my luck. I don't know. Maybe. Okay, no problem. No problem, no problem. Ну какое ты думала? Пойди лучше напиток закажи. No, fuck, sick. Almost zero. Right next to zero. Right next to zero. Мы почти проиграли все. Almost, brother Freddy. Это мои. О, почти проиграли. One man. Теперь у нас получается 2500. Половина. Теперь все. Либо мы их кэш-аут делаем, либо играем. Я не хочу, я хочу их забрать. Пошли возьмем напиток и пойдем лучше пиццу поедим какую-нибудь. Окей? Thank you. Thank you, brother Fred. Да, да, здесь найду 20% скидка, или можно... Возьми... Возьми мохито. А? Спроси. You guys have mojito? We already won. Yeah, $100. Yes. $100, that's it. No, look. 25 each. $25 each, one chip. No. Vanuatu. Oh, yes, you see. Lucky for the lunch. Yeah, you said good luck. That's why I had a good luck today. $2,500, thank you very much, and good day. Смотри, они такие же, как и австралийские теперь, пластиковые, видишь? А я ему дал старые, а он, что это такое? А вот они, бабулетики, 2500 вануатских долларов. И пивко. Вот и завершили мы сегодняшний день победой, я бы так сказал, выигрышем в казино. Ни много, ни мало, но тем не менее, для того, чтобы оплатить ланч, купить пивка, вот они, бабулетики, вот, будет достаточно. Провести хорошо время, ни о чем не думая, ни о каких
жизненных, житейских проблемах, работе и всему тому подобном. Вот. До конца дня продолжать наслаждаться этим местом, прекрасной погодой, пением птиц, да и вообще, в принципе, наслаждаться жизнью. Я желаю вам всегда наслаждаться жизнью, где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, всегда быть на позитивном настрое и верить только во все самое лучшее. А мы пойдем и будем лежать возле переводовища. А? Кто-то выкинул? Как выкинул? А ничего страшного, бери воду. Мы же гости. Пойдем лежать возле бассейна, отдыхать. Всего доброго, пока.